Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Представляем вашему вниманию автомобиль Kia Ceed Universal. Мотор бензиновый атмосферный 1,6 литра, коробка механическая пятиступенчатая. По комплектации оригинальные легкосплавные диски R16. Перейдем в салон. 4 электростеклоподъемника, электропривод боковых зеркал, мультируль, кожаный руль, система ESP, регулировка водительского сидения по высоте, передний центральный подлокотник, задний центральный подлокотник. Имеются AUX, USB прикуриватель, климат-контроль, центральный замок подогрева передних сидений, мультимедиа-система с MP3. Салон автомобиля сохранился очень хорошо. Прошу обратить ваше внимание на состояние арок, порогов, внизу дверей. Кузов также в прекрасном состоянии. Задний ряд, как у нового автомобиля. Кузов, напоминаю, универсал. Багажник огромных размеров. Давайте я вам продемонстрирую. Вот такой объем багажника. Задний ряд, естественно, складывается. По правой стороне давайте покажу арки, пороги, дверные проемы не зашарканы, сохранились отлично. Салон без посторонних запахов, проведена дорогостоящая химчистка. Спереди салон также выглядит отлично. Обратите внимание, как фактура сидений сохранилась. Не помяты, не затерты. Водительское сиденье. Следы износа минимальные. Кожаный руль родная заводская. Руль не красился, не перетягивался. Обратите внимание, поясничные подпоры как для водителя, так и для переднего правого пассажира. Ручка рычага переключения передач также отлично сохранилась. Кондиционер холодит, заправлен. По технике автомобиль также в достойном состоянии, полностью обслужен, критичных вложений никаких не требует. Так что звоните, ответим на все интересующие вас вопросы. Приезжайте, проведем тест-драйв. Ну и приобретайте. Всегда рады видеть вас. Да, связи.